Приветствую всех поклонников CSGO, с вами Турбо Ёжик. Ну чё, ребята, продолжаю я серию прохождения Bloodhound операцию. И сегодня мы с вами отправимся вот на эту карту. Я был просто поражен, когда я увидел. Охренеть, долбанная зима, народ. Это ни разу не видел такой карты. Может быть, кто-то из вас тоже не видел. Так что я решил вам показать. И меня сразу слили. Бот причем слил. Так, здесь мне нужно убить, значит, всего было 60 чуваков. Теперь осталось 37, в принципе. И сейчас мы с вами давайте будем набивать. Так, это не я его ушатал. Чтобы получить там звездочку. Открытое достижение. Знак ток. Маг 10. Да, я крынут. Хоу-хоу-хоу. Давайте, ребята, всех наступающим, да? Ну тут, короче, как, типа, бой насмерть. Похоже на такую миссию. Ну чё это ватная морковка? Нихера не стреляет. А, похоже, да, на бой настрой. Тоже быстро очень все меняется. Но здесь пушки. Ой, блин. Чё здесь боты такие злые? Просто-напросто, ребята, вы гляньте. Ой, откуда меня стреляют? Вообще не вижу. Тут снежок такой идет, как будто мы, знаете, в горах, где-то в Гималаях. На-ка еще, на еще разок. Ах ты, черт, троих ушатал. Так, мой счет 30. А 7 чуваков в этом раунде слил. Молодец, Ёж. Продолжай в том же духе, да? Классно то, что много моим подписчикам нравится CSGO. Мне, кстати, тоже. Кто внимательно следит за моими похождениями в этой прикольненькой и замечательной просто игре, знает, что я совсем недавно начал в эту CS-очку гонять. Раньше я в 1.6 играл, но после того, как зарядился на CSGO, это просто жесть началось. Не, ну классная игра. Можно вечера коротать. Если вам, конечно, заняться нечем. Кстати, я наоборот за прогулки, народ, не сидите дома. Такс. Ну чё, где вы, чуваки? Хоу-хоу-хоу. Сводит мороз идет. Одного только свалил. Да уж. 10-27. Наверное, навряд ли я успею, конечно, в этом раунде всех завалить. Ну ничего, будем стремиться, правильно? Не помню, кто сказал. Нужно, говорит, стремиться, да? Но мы стремимся. Обрез. Вообще с него не могу. Чё там? Какое место у меня? 3, 11, 7. Выходи! I'm the Rambo. Ну сзади, чувак, так никто не делает, бот Мартин. Опять этот хрень! Нельзя здесь пистолет? Нет, нельзя, к сожалению. Он с пистолетом меня. Нет, он не с пистолетом был. Так, блин, не хочу я этот дробовик. Он мне не сменится, пока я кого-нибудь не завалю. Да, я так понял. Капец. Иду на пролом. На тебе. Жесть. Крошат меня просто со всех сторон. На тебе. Все, наконец-то я сменю дробаш свой. Вот когда не надо. Нормально. Долбаный дробовик. Ненавижу дробовики. Знаете почему? Потому что я с них стрелять не умею. Черт! На тебе! Видели, я ему в живот шмальнул, присел. Просто-напросто на корячке. Шмальнул в живот. Отлично. Такс, винторез. Окейшки. Винтовочка. Вот здесь вот подсвечиваются некоторые, конечно. Нет, помешал мне чувак. Черт. А 22-15. Давайте, чуваки, меня еще. Вон он. Иди сюда. Иди сюда. Блин. Чувак, помоги мне. На тебя. Твою бать. Фу, я думал, меня с ножа снесли. Позор был бы. Позор, позор, позор. Кто там? Иди сюда. Дружок. Давай, дружок. На пасашок. Я тебе пулю загоню. Будет все. Лошок. Yes. Нет. Меня с ножа вырезали. Только говорил, что не хочу, чтобы меня с ножа рубанули. И на тебе с ножа. Опять так в живот шмальнул. Чувак. Ах ты черт. Я хочу его со снайперки снять. Кто там меня? 18-19. Отлично, отлично. Давай. Получи мою любовь. Ах ты черт, мимо. Блин. Винторез. Гад, убежал. Сейчас я его догоню. Погнали, погнали. Займем высоту.
Здесь никого нету. Я в полете завалил. Ну чё, хоу-хоу-хоу, ребятушки. Это батю вашу. Ты куда, а? Хоу-хоу-хоу, ты чё там притаился, чувак? Блин, только не этот сраный долбанный пулемет. Ну так, вот с крыши упал, половина хпшечки снялась. 14, ну давай. Хоу-хоу-хоу. Еее! На, еще разок. Отлично. 11, ребята, 11. Это свой? Как мне сюда вылезти? Через эту дырочку, да? Так, это не я. На тебе. Это тоже не, но меня сняли в хрен. С пистолетом. Ах ты сволочь. Залез как высоко, гляньте. Ни хера не пулемет красный. Наверное, красный смерть какая-нибудь или бестия. Вот это сволочь. Ух ты ж. Так, не успела захерачить, сколько там? Давайте сейчас проголосуем за эту карту. Должна эта карта быть, в принципе. Вот тут кейсы раздают, но, как всегда, не мне. Как эта карта называется, кстати? А, монастырь, короче. Один. Монастырь! Черт, я хочу этот монастырь, кстати. Сейчас найдем. Let it snow. А я зашел за контров. Оказывается, можно за контров здесь даже. Отлично, мне осталось 10. 10 чуваков. Так, это свой. Ой-ой-ой, кто-то с винтовки шмальнул. А чё у него шапка как у танкиста? Нихера там с пулемета шмаляет, сейчас я его сзади. На тебе, чувак. Охереть, а кто ж хочу такую себе шапку-ушанку на голове, мигалку, чтоб куранты били? Кто там сверху был? Где ты, пупсик? А ну выходи. Ты сволочь, на тебе. Alright. Осталось 7. С ножа меня хочет зарезать, и он это сделал. Меня лайк убило? Черт. Ты воебать за ногу, медведь. Медведь порвал пукан. Подвинься, я сказал. Так, меня же 2 раза с ножа вынесли. Хорошо. Очень хорошо. Ну когда ж ты сдох, эндай. Хе-хе-хе. Пятерочка. В принципе, мне вообще пофиг, хоть с ножа вынесли. Мне нужно здесь главное очков набить, а как вынесли, значения не имеет. Отлично. Троих подряд. Хорошо. Ну чё, еще 2 осталось. Хоу-хоу-хоу. Люблю снежок в начале мая. Давай, кто кого. Вот так вот на зажиме стрелять. Опять собачка меня наказала. Да, не стреляйте на зажиме. Иногда у меня привычка есть такая. Ну давай еще одного. Черт. Мужик в ушанке меня завалил. Куда? Есть, все. Набил. Ну что, давайте доиграем, в принципе, веселые карты. Просто, блин, вообще-то глаз радует. Все, беленькое-то, снежок идет. Графика такая просто прикольненькая. Мне кажется, знаете, как будто в каком-то мульте находишься. Ну давай ты! Черт! Я в бросок стрелял, походу. Понеслась! Вы чё палите? Куда палите? Бегите тут. Кто тебя снес? Кто там стреляет? Походу на крыше там где-то сидит. Где он? Твою мать, ненавижу пулеметчиков. Так, свой, фух. Последнее время я просто за терроров играл. Привычка уже, блин, стала. Контров валить. Yeah. This is Russian. Ёж. Да. Опять мне этот завалил. Так, я на втором месте. Надо же. На самом втором месте. Блин, эти пулеметчики заколебал этот у меня медведь. Так, это не я, чувак. Благодарствую за помощь. Тут реально все психи играют. Друг друга стараются как-то изощренно завалить. Ой, я на первом месте, народ. Хоть я к этому не стремился. Надо же. Ну чё, где вы?
Эй, чуваки! Блин, танкисты. Реально их буду называть танкисты. Знаете, это у нас получается зимнее приключение такое, хоть у нас за окном жара херачит. Ууу, это было больно. Чувак, чувак. У меня уже лишнего, давайте, заканчивайте матч. О, кстати, достиг уровень. Вы стали лидером команды. Так я знаю, что я лидер команды. Я же крут! Как мне в комментариях пишут, ёжик, я тебя люблю, или там еще ёжик, я хочу от тебя детей. Слушайте, ну это юмористы вообще, конечно. Парни, я, конечно, все понимаю, но будьте благоразумны. Слушайте, ставьте лайков побольше, комментарии пишите, ну... Конечно, я не... Может, что-то не понимаю, но такое писать. Да, это сверх просто юмор. Когда читаю, просто смеюсь. Даже можно какую-нибудь рубрику сделать, там, прикольные комменты ёжику. Думаю, было бы весело. Показал бы вам комментарии там какие-нибудь или что-то рассказал по этому поводу. Так. Да блин. Это Скар, да, вот у меня был? Я просто не разбираюсь. Вот это вот Скар. В пушках еще нифига не разбираюсь. Так, так, так что вы исправляйте меня, если я неправильно назвал, или просто пишите название оружия. Я, конечно, запомню. И постараюсь больше не совершать таких ошибок. Откуда? Ниже. Вон он, ах ты! Вон он в окне сейчас будет. Не, нихера. Ага. Это куда упал? С ножа, видали, видали, я хотел с ножа вырубить чувака. Знаю, там какой-то псих с ножом бегает. Есть, все. Апаем сейчас, значит. Задание наше. Фу, в этом раунде вы что-то там. 100, какая-то цифра, не успел дочитать. Угу, блин, там пушку дали. Ну что, народ, это была просто такая веселая карта зимняя. Кому понравилось, ставьте лайки, как всегда, пишите комментарии на канал, подписывайтесь, а я пошел дальше проходить. Еще услышимся. Пока.